течение 3 недель новобранцы проходили курс молодого бойца в учебном центре Министерства обороны Абхазии. В рамках этого времени они изучили общевойсковой устав, провели тактические занятия, научились собирать и разбирать автомат на время и изучили военную технику. По словам начальника учебного центра Минобороны Андрей Борцец, к службе подготовлены порядка 200 молодых людей. Сегодня завершающий этап принятия военной присяги на посту Министерства обороны. В торжественной обстановке личный состав новобранцев принимает военную присягу. На этом весенняя призывная кампания завершена. Цели и задачи, поставленные министром обороны перед учебным центром, выполнены. Порядка 200 человек подготовлены и выпущены из стен учебного центра, воинских частей и отдельные подразделения Министерства обороны. Я уверен, что они с честью и достоинством будут выполнять свой воинский долг по укреплению обороноспособности нашей страны. Дисциплине, порядку, уважению и взаимопомощи обучил ребят курс молодого бойца, рассказал новобранец из Гудауты Адам Гарцке. По словам молодого человека, пройти службу в армии – задача каждого мужчины. Первые дни, конечно, было очень тяжело, но человек такое существо, ко всему привыкаем. Тем более, когда здесь товарищи, ребята все друг другу старались помогать. Ползали, бегали, прыгали, подтягивались, все необходимые физические упражнения исполняли, все правила 3 скрипов и так далее. Все было на высшем уровне, всему обучили, все показали. Самое главное, что я для себя вывел, это дисциплина и порядок. Не секрет на самом деле, что среди молодежи бытует мнение, что армия – это абсолютно неважный аспект в жизни. В корне с этим не согласен, поскольку все прекрасно знаем, в каких отношениях мы с нашими соседями находимся. Наши родители в свое время отстояли нашу свободу. А сегодня бытует такое мнение, что не дай бог начнется война, возьмем все в руки автоматы, пойдем первые будем стоять. Разговаривал со многими ветеранами, все на это отвечают одно и то же. Первыми пойдете так воевать, первыми и погибнете. Надо проходить армию, надо быть обученным. Студент Российского университета нефти и газа 25-летний Дмитрий Цыба взял академический отпуск, чтобы отдать долг родине. По словам новобранца, как только служба завершится, он продолжит учебу в Москве. Находясь на гражданке, бытует мнение такое, что тут легко, нет службы и тому подобное. Хочу опровергнуть этот факт, хочу вам сказать о том, что на самом деле всем стоит прийти, попробовать пройти через это, потому что это действительно закаляет дух, это действительно воспитывает характер мужика. Хочу призвать всех ребят, всех мужиков, чтобы каждый попробовал это, пропустил через себя и не пытался как-то уклониться, потому что это всем нам понадобится. Не дай бог случится что-то неладное, скажем так, да. В первую очередь пойдем мы. Мы должны быть воспитаны к этому, мы должны быть готовы к этому. Как если не на словах, чтобы это было, а на деле. Мне 25 лет, несмотря на свой возраст, я все равно решил прийти отслужить, потому что я считаю, что каждый мужик должен отдать долг своему отечеству. И вот спустя 3 недели интенсивного курса молодого бойца новобранцы принесли присягу. В торжественной обстановке военнослужащие вынесли государственный флаг и знамя Министерства обороны, после чего новобранцы зачитали текст присяги и поклялись защищать родину. Из столбов сырок валча, и чтоб ногов еще раз огзал. Сыжлары, сапсадгилы, апснея ванткарра, ахакуитры, ахипшимры, а конституция пчок гулачи, хатарала и шысыхчок. Анастасия Никонова, Сестра Балдухава, Абаза ТВ.